Доброе утро, козочки. Доброе утро, мои хорошие. Сейчас хозяин сено достает, скоро есть пойдете, милые мои. Выспались? Выспались мои девочки? Кто там хулиганит, Зита? Вот и у нас пришла зима, 8 января. Сейчас покажем, как мы выводим коз. Муж придумал. Привязывает веревочку. Вот это простая веревочка. Но все вы знаете, что у нас электропастух. Поэтому козы, наверное, думают, что это электропастух, что тоже их может шарахнуть. И поэтому не перепрыгивают через эту веревочку, не прикасаются к ней. Нет там ничего. Давай, давай, давай. Кудряш на свою сторону. Ну, снег не дождь, под снегом хорошо сегодня есть. Не успеет завалить снегом, все съедят уже. Куда пошел? Воды надо налить. Папуля. Что, не так прицепила? У Лапули индивидуальное место, потому что те козы, которые ее старше, большие, но они все же ее там старше, они ее просто отгоняют от кормушки. Вот поэтому пришлось ее отдельно ставить.
Ну ничего, ей тут нормально, да, лапуля? Стоит себе, крыша есть, кормушка есть. Сено есть. Вон какой вкусный. Вкусный, свежий. Вот столько открыл муж. Сейчас будем перетаскивать сено под навес. Под навесом закончилось. И отсюда потом брать и козам давать. Вот тут у нас сено хранится, когда мы из стога вынимаем. Здесь краешку подстилку муж складывает. Когда козлята не доедает, он сюда приносит. И потом мы относим козам и козлятам на подстилку. Представляете, стояло у нас молоко в холодильнике неделю. Ну, козье, конечно, от наших коз. А поскольку сейчас козы доятся редко, ну, сейчас уже вообще одна коза осталась, а тогда было три, доилось. Молоко такое жирное, отстоялось в банке вот столько сливок. Надо было показать. Я чуть-чуть сняла сливок, ну, чуть-чуть совсем. Вот, а остального решила сварить кашу манную. Такая каша получилась обалденная. Она такая жирная, сливочная, сладкая. И вообще супер переслащенная. Приблизительно на 1 литр 200 молока я положила 4 ложки сахара столовых. Обычно я на 1 литр столько кладу сахара. Такая сладкая, такая густая. Сейчас покажу, буду тарелочки показывать, покажу. Вот такая кашка, прям сливочный у нее вкус. Обалденная. Вот это вы смотрели все 8 января. Сегодня 10. Снега уже у нас в помине нет. И даже 8 я ходила коз уже пасти во второй половине дня. И травы было полно. На пастбище мы накушались. Козы накушались, конечно же. Ку-ку. Сама тебе. А смысл? Красивый котя. Повезло тебе. Да. Ты хорошо жить там. Не снимаешь, что ли? Снимаешь? Зачем? Скажи пока. Там сейчас фуалечка закончится. У меня много тут гигов байтов.